Это убрать. Это включить. И она вылетела. Серьезно? Прям настолько? Серьезно, прям настолько опять? Запустить. Явно не на весь экран. А что так плохо-то? А, нет, вроде... Нет, нет, не норм. Не, все равно не норм. А что у тебя с разрешением, подруга? Так, норм? Да, вроде норм. Так, в общем, некродансер. Давай попробуем некродансера, немного понекродансить. Я играл... Crypt Necrodancer. Я играл только в закрытую бету. Нет, это еще не было. Короче, в ранний доступ я играл. Это была еще не полная версия. Совсем-совсем не полная версия. Ты вылетаешь или что с тобой? Мне нужно смотреть, музыка есть в игре или нет, звук. ОБС, не подводи меня. Так, давай попробуем. Brief tutorial. Нажимайте кнопочки в бит, чтобы двигаться. Раз, два, раз. Раз. О, не, не, не. Фу. If I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. Every opponent has a predictable pattern, he said. Learn that pattern, and you won't suffer so much as a scratch. Да, в общем, мы играем за девочку, я так понимаю, она ищет. А как бить? Я тебя понял. Что она сказала? Сбольк? Ай-яй-яй! Я тебя понял. Да, собственно, у каждого здесь врага свои паттерны. А что так ускорилось-то все? Ладно, мы берем меч. Как же она? Как же она? Ты знаешь, что мне в этой игре не понравилось, когда я еще потерял бит? Да, еще и говорить как-то нужно в этот момент. Нужно, может быть, подпевать. Что, можешь погромче сделать? Нормально, там ОБС. Чуть-чуть, может, погромче делал как-нибудь так. Мне не понравилось, когда я еще тогда играл. Двигайся в ритм, говорят. Так я знаю, а я не чувствую этой игре ритм. Не знаю, то ли у меня в наушниках баса нет. У меня Sennheiser, в которых практически нет баса. И я в этой игре плохо ритм чувствую. Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. А! Троих соплик! И потерял бит. Ну ладно. Мя, мя, ня, ми, ня, 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 ня. Это туториал еще. Ня. Ой. Пам, пам, о, па, о, па, о, па, о, па, о, па, о, па, о. Так. Down, left, up, down. У меня есть предметы, только я не понимаю, как их. Up, down. Down, left. Это какие кнопки? Page down, page up? Нет, а на какие кнопки? Может, геймпад? Не понял. А, прям на эти вы хотите, чтобы я прыгал? Ладно. А почему у меня предметы не работают? Да как так-то? Так, нет. На геймпаде точно не вариант. Переиграть. Это не переиграть. Quick restart. Погнали. Quick restart. А, или это уже игра? Ладно, тогда будем зажигать.
Да, я лажаю пока. Вот к этим надо сбоку, я так понимаю. Раз. Два. Down left одновременно, говорят, нужно зажимать. Да, ты глянь, действительно. Блин, ну тогда бит точно теряется. А я проходец нажал, я проходец нажал, нашел. Армор. Ну это рогалик действительно с музычкой. Хорошо. Как я так выкопал? А у меня лопата есть? Или я могу... Я что-то трачу на это или что? Ну вот я не чувствую в этой игре бит, но... Меня мышка про... Меня летучая вообще просто падучая бьет меня, блин! Тут можно свои песни ставить, говорят. А у меня сейчас на компе, наверное, ничего нету, к сожалению. Я еще испалю сейчас своего. Custom Music! Custom Music Disable. Enable. Custom Music. Ладно, это потом. Это мы уже... Сюда мы уже лезть не будем. Хотя бы немножко... Алло! Так, мне нужен ключ, чтобы клетку открыть. Я не знаю... Что это? Что это? Что это? Не могу. Не могу ящик пробить тоже. Ну, здесь вообще страшно. Это босс? А-а-а, мартышечка! Ладно, будем считать, что мы прошли. Опускаемся ниже. И здесь уже посмотри, насколько мы... Ускоряемся, братва, ускоряемся. Блин, да у вас тут дискотека. Вот боссы, я помню, сложные, да? Так, этот босс, он что-то делает. Топовая аналитика. А, он бежит по прямой, я так понимаю. Может, вот это ключ? Нет, это какой-то скелет. Ай-яй-яй! Громче говорят, песню. Да вроде уже и так нормально. Или просто троллируют. В чем прикол игры, говорят? Прикол игры в том, что прыгаешь под музыку, как сумасшедший. Ты налажал. А, это ловушка! Окей, так, нажмите вверх плюс вниз для континьюса. Вернуться в лобби. Dungeon Master. У меня денег вообще нету. Серьезно? Апгрейды. У меня есть один кристаллик, я могу что-нибудь проапгрейдить. Копье куплю, не помню, насколько оно хорошо. Ладно, куплем копьецо. Больше я здесь, похоже, ничего делать не смогу. Daily Challenge есть. Дейлики, что? Хорошо, быстрое перемещение. О, детка, да ты из этих быстро перемещаешь. Ладно, давай попробуем еще немного паутировать в первой зоне. Да как так-то? Ну вот я не... Или здесь слишком медленно просто. Не чувствую я. Бита. Блин, что за бочка? Таких точно не было. Нифига себе. Что это? Сложно. Ну как? Я стараюсь держать. Не чувствую я ритма в этой игре. И бочка мне ничего не дает. Копьецо зато.
Копьецо, говорю. Что-то копьецо не работает, как полагается. Не понимаю. Осу, говорят. Нет, осу в следующий раз. А что с копьецом не так? Братан. А, нет, бьет, нормально бьет. А в чем-то? Привет, Андрей! Ключа нету у меня. Я где мой ключ? Где мой ключ? Я вас тут очень много. Морди, морди, мордиш, мордиш, чека. Ритм потерял, ритм лапо, ритм лапо. Выход открыт, выход открыт. Пошел я вниз, это весь. А чё? Мой мозг говорит нет. Помер я, помер. Но мое тело. Господи, как громко-то стало. Мое тело говорит да. Angry Chmok подписывается первый месяц подряд. Я помер, Angry Chmok. Спасибо большое за подписку, за поддержку стрима. Я помер из-за тебя. Придется год теперь подряд запись. Up and down. Quick restart. Не хочу я лобби. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там, та-та-там, вверх, вверх и влево иду. Он дверь открыл. У меня ничего нету. Откуда я возьму столько бабла? У меня вообще нет ничего. Отсюда пойду. Я ни с чем. Где в этой игре вообще монеты? Я еще ни одной не нашел. И в эту дверь я сейчас зашел. Убью зеленого, убью скелета. И в сундучке меня ждет. Убивать, чтобы... Окей, это хорошая штука. Мысли на 10 убийств только. А потом что произойдет? Он исчезнет или проапгрейдится? Блин! Он у меня сейчас кончится, я хочу всю жизнь провести с этим мечом. А, это хил у меня, значит. Неплохо. Это хороший меч, слушай. За каждые 10 убийств хиляет на пол сердечко. Мур-мур-мур, сердечко меньше, чем 3. Покажи сердечко, покажи грудку. Играем за Кариночку играем, а то, а ты думал, да надо на нас нападать. Копай стены, говорят. Ну зачем я буду копать стены, когда такая битуха у меня, а? Граем, 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 раунд, 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 раунд. Мадыш там, мадыш там, мадыш там, мадыш там. Оу, окси, 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 окси. Опа. Подожди, чё? Чё стеклянная лопата дает, я не прочитал. Блин, такая мартышка. А как от мартышки-то избавиться? Она же сбоку, что ли, обходить? Потешная мартышка.
Так, все, здесь уже нужно все подземелье исследовать. А, вон монетки-то, лол, 68 у меня. А что я до этого не видел? Или там не такие нужны? Темпо! Йо. Лопату сломали! А-ха-ха-ха-ха! Всех побил. Всех побьён. Твою музычку говорят. А как я свою музычку-то включу? Chrome. Если бы можно было как-то с Ютуба... Если бы можно было как-то с Ютуба подсосать музычку. А так-то как? Загрузки. Рабочий стол. Моды даже есть, ты прикинь. Кастомная музычка. Левел А. Так, это у нас уровень-то какой, второй или третий? А, ну-ка ты глянь, прям выбирается. Или у меня в раннем доступе она висла, что ли? Ну-ка. Это 1-2 или 1-3? Ладно, давай на следующий поставим тогда. Кастомная музыка. Давай на следующий уровень ее поставим. И сразу же в него перейдем, чтобы насладиться. Пробуем. И чё? Или я не то поставил? Совсем, совсем тугой. Левел 1-3. Кастомная музыка включена. А чё не так-то? Опции. Аудио опции. Gameplay, дефолт. Ух ты, прикольно. Можно за дядю играть. Можно за черненькую играть. Прелесть какая. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это ничего интересного. Управление, калибрация. Сменить саундтрек. Не понимаю. Норм у тебя музыка, говорят. Может, потому что кириллицей написано? Перезайти, говорит, надо? Прямо в игру или что? Давай перезайдем ради искусства, ради такого. Crypt of the NecroDancer. Поставь галочку на кастомной музыке. Я поставил, надо еще каких-нибудь песен, наверное, одной песни не хватит. Так, вот эта песня у меня будет на первом уровне играть. На втором уровне будет играть. Так. Так, что мы имеем? Twitch, загрузки. Перекинем это все на рабочий стол, чтобы удобнее было оперировать. На рабочий стол. Ну давай, чтобы кириллицы не было. Возможно, игра, конечно, не дружит с кириллицей. Быстренько мы все это перегрузим на циферки. Так. Crypt of the NecroDancer. Запустить. Так. Умная музыка. Это первый уровень. Это второй уровень. Что-то одно на другое наслаивается. И это третий уровень. Так, погнали. Я не представляю, я ни разу не играл в эту игру под с кастомной музыкой, поэтому есть некоторые сомнения у меня, что Exit Game Continue. Погнали, первая зона. Почему?
Enable же, enable. Lobby default. Manual bit 2. Скорость на 2. Ну, все должно работать. Что за фигня-то? Почему? Подскажите, люди добрые. Да, но все начнет проходить. Так я начал уже. В лобби. Когда ты донатишь мне? Оно все начнет. Сижу тут весь поблек. Так я же начал. Купил в стиме 13 игр, и Steam мне сказал остановись, Гуфяня. Так я же начал. Он говорит мне остановись. Прикрестар. Продолжи завтра. Что мне теперь сюда остальные деньги донатить? Да, братан, сюда донать тогда, что поделать-то? Рестарт, говорят. Так я нажал рестарт. Что за рестарт-то? Умная музыка. Первый раз обработка музыки может занять минуту. Окей, я не понимаю. Ладно, подождем. Подумаешь, не очень-то и хотелось. Меню Quick Restart. Так я же нажимал уже. Ой, он поет еще, когда к нему приходишь. Вот эта душа. Почему не работают песенки? Меню Quick Restart, говорят. Так я делал. Quick Restart. Ну! Нажимал я все, что вы мне будешь говорить, ты не нажимал я. Не работает, я песню скачал с контакта, спиратил песню, все ради тебя. Я-ляль. Она не работает. Обновление Steam, это ты что, спятил что ли? Сейчас еще бы Steam пообновлять. Зона с Hotline. Так никакой не работает, прикинь. Custom music, enable, disable. Мама. Троллят меня, говорят. Да меня-то затроллить дело такое. В лобби тоже не работает. Что-то было там красным на весь экран. Давай мне в лобби кастомную музыку. Ну, не очень-то и хотелось вообще. Подумаешь, музыки нет. Почему? Кириллица в пути, говорят. Рабочий стол может считаться кириллицей. Ладно, последняя попытка. Да, рабочий стол тоже же в кириллице есть путь. Ну куда их тогда запихнуть, то локальный диск? Ну окей, вот здесь нет кириллицы. Томная музыка. Выбрать музыку. Первый уровень. Во. Вот это уже что-то похожее на правду. Процессинг. Братан, проанализировал прям что-то, а? Когда... Ладно.
Окей. Неужто правда? Раз процессинг идет, значит, все не просто так. Готово. Быстрый рестарт. Быстрый рестарт. Так. О. Качаю руки, качаю залы. Моя жизнь аэропорты, города, вокзалы. Качаю ноги, качаю плечи, ноги дамочек лишают дара речи. Качаю вечером, качаю днем, качаю в самолетах, качаю за рулем, качаю там, где можно, качаю где нельзя. Я прокачаю даже то, что не качается. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Тиховато немножко только. Я помер, Джиган! Джиган подвел меня! Ну таким быть. Ну-ка еще раз. Что за черная тварь? Упал ОБС, как обычно. Качаю залы, моя жизнь аэропорты, города, вокзалы. Качаю ноги, качаю плечи, ноги дамочек мешаю, да, речи. Качаю вечером, качаю днем, качаю в самолетах, качаю за рулем. Качаю. Лук. Я прокачаю даже то, что не качается. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо. Не, ну лук вот наверняка тратится. Кач, сынок, кач! Блин, полсердечка. Полсердечка, это плохо. У меня, наверное, стрим упал, не знаю. Работает, не работает. Продолжим. Тварь. Качаю руки, качаю залы. Аэропорты, города, вокзалы. Качаю ноги, качаю плечи. Ноги дамочек мешаю. Да что так сложно-то? А толку-то от золотого кинжала? Я вообще лажаю. Не, ну первый раз играю по факту. Вот Джигана тяжко идет. И ритм не могу. Вот. Вот это хороший меч. Я про все равно лажаю. Надо пройти, блин, надо хотя бы до второго пройти. Привет, друг. Джиган, я почти уже твой трек выучил. Хардкорная прям, сложная.
Какой реплей? Нафига мне реплей, лол? Качаю руки, качаю плечи, качаю ноги, играю не пойми в чё. Ай! Города, вокзалы! Когда ты найдешь мне? О боже. Тусишь вот тут весь поблек. Качаю днем, на работе, качаю за рулем, качаю навсегда, качаю всех вообще. Можешь, пожалуйста, поставить Алтфутуре Фоксган, выйдет медипатион. Вот качаться, надо обезьянку, надо обезьянку. Ярославе Кобюк, Дарья Калинова и Олегу Бойку. Надо обезьянку, надо обезьянку. Да как так-то? Немного тихо музыка. На самом деле сильно тихо. Where did you find this? Ты же знаешь меня, забрись на его... Тварь! Мой голос, он так как секс по телефону, так как мой страница примеряет лабудей. Откровенно ждут меня у сцены, ну да. Подружки будто из колхоза. Да. Мой яркий стиль не заноса. Ну да. Не пищат под носом носа. Я качаюсь, парень прикроса, ну да. Я темная лошадка, но не как Собча. Как ее дела, мои ништяк. Твою мать! Клик, ты слышишь звук? Уп! Бит потерял. Уп! Под это невозможно играть. Невозможно под это играть. О, мой бог. Джиган, привет. Качаю руки, качаю ноги, качаю колени, качаю обезьянок. Да как она меня... Почему кастомная музыка тихо играет? А, ну понятно почему. Надо насладиться же джиганом. Во! Во! Вот теперь битуху-то слышно. Да как? Да... Блин, дракон, по-моему, очень сильный. Надо подкачаться. Они все прыгают тоже под бит. А, понятно. Сучара. Качаю ручки, качаю плечки. Города, вокзалы. В основном вокзалы, Джиган. В основном вокзалы. Качаю плечи, ноги дамочек лишаю. Дара речи. Качаю вечером, качаю днем, качаю в самолетах, качаю за рулем, качаю... Качает, я соглашусь, Джиган, качает. Я прокачаю даже то, что не качается. Надо подкачаться. Надо подкачаться. Надо подкачаться. Как его? Я не помню, как его убивать. Олива я. Гач. Кач. Ну ладно, хоть копицу есть. Ну хоть так. Ка? Yeah.
Так вот в чем смысл этой игры. Я теперь понял. Я теперь понял, что это топыч. Нет, ничего я не понял. Джиган, привет, вернись. А чё люди выходят? Это Джиган же. Тварь, а. Качаю руки, качаю залы. Моя жизнь аэропорты, города, вокзалы. Качаю ноги, качаю плечи. Многих дамочек лишаю дара речи. Качаю вечером. Дай! Качаю в самолетах, качаю за рулем. Качаю там, где можно, качаю, где нельзя. Я... Ой-ой. А, он застрял. А, вот как. Сексу телефону, хочу, чтобы выяснили, как я не понимаю.